мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня вяжем сумку, еще не поздно, мне сказали девчонки, я вам поверила. Я решила, что буду вязать вот таким вот узором. Он состоит из одной петли и, ну, практически из одного ряда, ну, два ряда, скажем так. Ну, по сути, один он там, потому что второй ряд это просто лицевые петли. Ну да ладно, сейчас я вам все покажу, есть он у меня на канале, но я в процессе вам и покажу этот узор. Значит, что за пряжа у меня? Пряжа, акрил стопроцентный. Для чего показываю? Просто так. Я буду вязать два сложения вот эта пряжа, стопроцентный акрил. 50 метров, 305 метров. Два сложения, то есть в 100 граммах 305 метров, потому что вяжу два сложения. Вот. У меня всего три мотка просто, поэтому я попробовала, видите, вязать здесь три сложения, а здесь добавила швейную нить, и мне очень понравилось, как бы, вот это вот три сложения, но я боюсь, что мне не хватит и останетесь без сумки. Вот поэтому я решила в два сложения плюс нить швейная 10 номер еще в два сложения, как бы два и два. Вот таким вот образом у меня будет как бы сама пряжа. Этот клубочек я пока откладываю, а вяжу из двух. Всего 150 граммов плюс вот эта швейная нить. Не знаю, хватит ли, нет, увидим. Если не хватит, пущу поверху какую-то пряжу. Ну, во всяком случае, вы уже будете знать, сколько ушло пряжи у меня в процессе. Вот, значит, спицы у меня вот 5 носочные 3,5 миллиметра и круговые 3,5 миллиметра. Начинаю я с носочных спиц и набираю 12 петель. Маленькую нить оставила, девчонки, переделаю, потому что там потом нужно будет затянуть донышко. Поэтому 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Так, здесь я завяжу узелок, чтобы у нас ничего не болталось. А эту оставлю. Теперь уже, конечно, длинная, но третий раз я переделывать не буду. Так, теперь распределение. Вот самое главное по донышку. Значит, сейчас мы вяжем 3 петли лицевыми. По 3 петли на каждую спицу. Так, давайте чуть-чуть вот так вот. Раз, два, три. Вторая спица. Раз, два, три. Третья спица. Раз, два, три. Четвертая спица. Три. Раз, два. Ой. Два и третья. Итак, у нас 4 спицы в работе. Вот все как носки. Теперь мы их... Сейчас, конечно же, кажется, что спиц много, петель мало. Ну, это все очень быстро сейчас добавится. Сейчас уже буквально со следующего ряда мы начнем добавлять. Вот оно, центр нашего донышка. И здесь мы начинаем вязать. Значит, здесь у нас узор, каким он образом вяжется. Для начала первый, вот он будет сейчас на одной петле. Значит, я спицу продеваю между первой и второй петлей, вытаскиваю отсюда петлю и потом уже провязываю вот эту вот петлю основной. Далее у нас идет реглан. Я буду делать классический накид. Если вы не хотите дырку, делайте воздушную петлю. Я буду делать накид, чтобы вам было видно. Значит, накид, лицевая, накид. Далее у нас петля узора. То есть за петлю мы вводим нить, вытаскиваем, провязываем петлю
И все, и оставляем эту спицу. Теперь у нас 5 петель. Вот эта двойная, она не считается, она считается как одна петля. Это просто узор. Значит, 1, 2, 3, 4 и 5. Вы можете вязать лицевой гладью. Если у вас, допустим, ленточная пряжа какая-то плотная, то достаточно очень восьмеркой, девяткой спицы вязать просто лицевой гладью. Так, снова узор. Вводим спицу между петлями. Достаем петельку. Провязываем. Накид. Лицевая. Накид. Это есть наша регланная линия. Она будет все время в центре спицы. Здесь. Дополнительная петля и лицевая. Так, вторая спица, тоже 5 петель у нас. То есть в каждом лицевом ряду через ряд у нас будет добавляться по 2 петли на каждой спице. Здесь узор, значит, между петлями вытаскиваем, провязываем лицевую, снимаем накид. Лицевая, накид, здесь за петлей вытаскиваем, провязываем 5 петель. И последняя наша спица. Видите, здесь у нас образовывается дырочка. Для этого нам нужна была вот эта нить, чтобы потом в конце мы ее просто обработали. Снова одна петля узора, лицевая, накид, лицевая, накид. И одна петля узора, петля, и провязываем. Теперь второй ряд. Это четный ряд. Первый не считаем, я этот считаю как первый. Тут первое, что мы распределяли лицевыми, он не считается. Значит, здесь это второй ряд узора, да, и реглана. Что мы делаем? Мы вот эти вот две петли, которые у нас с предыдущего ряда, мы их провязываем вместе. Раз. И все, у нас просто лицевая. Накид провязываем лицевой, петлю реглана лицевой, накид лицевой, и эти две петелечки вместе. Есть. Все то же самое мы делаем с четырьмя спицами. Ну, еще с тремя. То есть провязываем. Это у нас там, где две петли вместе, это у нас петли узора. Вот так вот вяжется наш узор. В нечет в первом ряду делается дополнительная петля, а во втором ряду, видите, ухожу от камеры. Во втором ряду она провязывается вместе с основной петлей. Вот, везде. И так и будет. Сейчас они будут, сейчас я вам покажу, будут добавляться эти петельки. Потом оно образуется вот такой вот прекрасный узор. Да что ж такое, никак не могу. Я на улице снимаю, никак не могу приспособиться. Камеру мне не видно. Не очень хорошо видно. Так, третий ряд. Новым, то есть нечетный ряд, мы провязываем все лицевыми, а в четном ряду, ой, нечетный ряд, мы вяжем узор, в четном ряду все провязываем лицевыми. Так, следующий нечетный ряд, вывязываем узор, дополнительная петля лицевая, вот двоечка. Теперь где был накид, снова мы ее вклиниваем в узор, дополнительная, провязали. Здесь у нас линия реглана, накид, лицевая, накид. Здесь уже теперь у нас по 2 петли узора. Раз, два. Таким вот образом мы расширяемся. Вот так вот у нас будет все. Видите, у нас будет плоское полотно, оно будет вот так расширяться. Каждая из четырех спиц будет в каждом нечетном ряду добавляться по 2 петли. Ну, по сути, в каждом ряду, вот сколько рядов будет, сколько петель и добавится. Исходных у нас было 3. Сейчас я добавляю, потом ряд провязываю.
те петли, которые у нас от накида, вклиниваем в узор. Если что, на узор я ссылочку оставлю под видео, кому непонятно сейчас, потому что информации много, если вы хотите попробовать просто для начала сам узор, а потом уже вязать сумочку, то я оставлю ссылочку под видео в описании. По поводу пряжи, девчонки, тут же привязки никакой. Вы из любой пряжи начинаете вязать и вяжете вперед из песни. То есть начало для любой пряжи, для любых спиц одинаковое, и все будет одинаково. По сути, никакой абсолютно привязки на спицы у нас нет и на пряжу. Я же говорю, я не нашла как бы в свободном доступе. Девчонки, сейчас в Украине, вы знаете, что я вам должна сказать, что в 120-тысячном городе найти пряжу в магазине тоже точно так же сложно, как и в Чехии. Все через интернет. А я не заказывала, потому что это было бы долго. Вот. Со спонсорами еще ведем переговоры. Вот. Так что вяжу опять же. Это с прошлого года у меня здесь завалялась эта пряжа, когда я была у мамы. Так. Все вроде бы сказала. И все. И я вяжу дальше. Я думаю, понятно. Попу мы затянем вот эту. И вяжем донышко. Сейчас на этих 5 спицах мы вяжем донышко. В принципе, мы можем... Оно, кстати, видно, где начало ряда. Вот здесь вот двоечка у нас уже вырисовалась. Значит, нам нужно провязывать их вместе. Вот, видите, добавляются петли у нас на каждой спице. Вот она, наша линия реглана. Только какие-то накиды получается. Один ряд больше, один ряд меньше. Вам я рекомендую делать воздушную петлю, либо поднимать из протяжки. Все-таки это сумка. Ну, хотя увидите в результате, что у меня получится. Ну, я уже буду так, чтобы вам видно было эти линии, чтобы вы понимали. Видите, здесь все, которые петли добавляются, у нас уходят в вывязывание узора. Так, девчонки, вот смотрите, связала я сколько. Здесь просто оно набрано. И кажется, что оно такое корявенькое. На самом деле, оно вот здесь вот, у нас вот такие углы расположены, да, от реглана. И сейчас я вам хочу показать одну вещь, как измерять, да. В первом видео я говорила, пересмотрите его, пожалуйста, где у меня экспресс-мастер-класс на эту сумочку, описание. Вот, я говорила, что где-то 30 сантиметров нам нужно вот это вот донышко. 30 сантиметров мы расширяем. Теперь я перехожу на круговые спицы и вяжу до реглана. Сейчас мы будем измерять, девчонки, потому что вот так вот на этих спицах измерить просто не получается. Вот она, 14-я. Итак, вот смотрите, мы до реглана довязали, и теперь мы можем измерить, потому что вот так вот это будет в натуральном виде. То есть вот здесь в каждом углу у нас находится вот такой вот угол от этого реглана. И вот по этому углу я меряю. Значит, здесь у меня, вот смотрите, ровно 15 сантиметров. Это значит, что второй угол тоже 15 сантиметров. И это значит, что ширина сумки у нас будет 30 сантиметров. То есть, ну, 4 вот этих вот регланные линии. Вот. По 15 сантиметров. Это 60 сантиметров, которые у нас... делятся пополам, да, обе стороны сумочки. Я сейчас перехожу на круговые спицы и уже буду делать сокращение. Каким образом, сейчас я вам все покажу. Эти уже спицы я оставляю и вяжу круг. Здесь вот, здесь мне нужен маркер, которого у меня, девчонки, нет. Вот, видите,
чем проблемка. Что я сделаю? Здесь обозначу вот так вот ниточкой. Вот каждый как бы стык, где уехала, взяла свое с собой вязание, а маркеры не взяла, поэтому буду так. Вы же поставите там маркер, понятное дело. Здесь ставлю обозначение. Я довязываю, посмотрите, круг теперь. Вот. Последнюю петлю я пока переснимаю. Сейчас вот эти спицы мне нужны. Это стык двух спиц моих. Четвертый. Здесь у меня 1, 2, 3. Я обозначила, где у меня был переход на следующие спицы. Итак, вот это одна петля, но она как бы двойная. Ее и следующую спицу. То есть, если смотреть на спицы... Ну, если бы были две спицы, то я взяла одну петлю с этой, одну с этой спицы. И провязала две вместе. И здесь вот тоже я поставлю обозначение. Вы же поставьте маркер, девчонки, чтобы у вас эта петля была обозначена. Потому что мы сейчас будем вязать по 3 вместе. Далее я вяжу до реглана. И реглан все так же, как и вязала. О, боже. Теперь мы будем вязать 4 реглана и 4 убавления. Убавление у нас там, где мы обозначили так называемым маркером. То есть теперь у нас петли, по сути, не добавляться, не убавляться не будут. Сейчас у нас определенное количество петель, которое уже будет неизменно. Убавлять я буду, добавлять, убавлять все в этом ряду, в котором вывязывается вот этот узор, чтобы нам было удобно делать убавления на одиночных петлях, а не на петлях вот этих двойных от узора. Здесь классика, реглан, как и делали, ничего не меняется. Второй ряд узора мы вяжем просто без убавления и добавления. Ну, я думаю, понятно. Убавление 4 вот здесь вот. Сейчас у меня по 2 петли будет, далее у меня будет по 3 петли. Так, вот смотрите, кстати, я провязала, этого делать не надо будет. Вот наша ниточка. И мы петлю до нее и петлю после нее провязываем вместе. Теперь я просто ее передвину сюда. И далее у нас будет она
за вот этой вот петлю. Сейчас мы обо всем поговорим. Сейчас я довязываю этот ряд и потом вяжу еще один ряд без изменений. Так, вот прошлась я еще по кругу, видите, как бы четный ряд провязала. Теперь я приблизилась, да, вот, вот она моя петля была. У меня ниточка за ней, вот эта центральная. Значит, что мне здесь, видите, в начале на стыке ряда получится она двойная. Я вот эту вот возвращаю, чтобы она была провязана как бы одна. И три вместе провязываю. И так у нас будет через ряд. Это начало уже нечетного ряда, в котором мы вяжем узоры. Так, и ниточку опять. И опять же запоминаем, что петля у нас перед ниточкой. В следующий раз мы будем сокращать вот эту, эту и эту петлю. Таких сокращений у нас будет 4, ровно столько, сколько же и регланов. Число петель, которые добавляются, у нас равномерно и убавлялось. Здесь будет линия убавления, а здесь их будет 4. Раз, два, три, 4. Так, не видно. Раз, два, три, 4. Ну, то есть посередине между регланными линиями будет 4 линии убавления. Здесь я, видите, вот эта петля, где были две вместе. Две вместе — это потому, чтобы обозначить в начале вот эту линию убавления, центральную петлю, которой у нас в принципе-то и нет, да. Так, здесь у меня вот она, эта петля, там, где ниточка потерялась, я три вместе провязываю. И так далее, девчонки. Здесь мне нужно опять же поставить обозначение за петлю. И продолжаю, девчоночки, вязать вверх вот уже столько, сколько нам нужно. Так, вот я провязала вверх, сейчас я вам скажу, меряем по вот этой вот она линии, смотрите, сокращений, добавлений, сокращений, добавлений, так 4 раза. Меряем высоту, я сейчас меряю по линии сокращений, она у нас с углублением. Итак, высота у меня 27 сантиметров, но это не полноценная высота. Значит, сейчас что я буду делать? Сейчас я, девчонки, буду вязать вот эту вот часть только поворотными рядами. Сейчас мы заканчиваем эту сумку и внимательно следим за мной, что я делаю. То есть я буду вязать от линии реглана, вот этой вот линии добавлений, до линии добавлений. Промежуток вот этот один, этот сектор, всего их у нас 4. Я же буду вязать, видите, китайские спицы. Так, значит, я вяжу по узору только один промежуток. Так, еще не дошла я до места сокращений. Так, вот, 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 видим, да, там, где у меня должно быть 3 петли вместе, я их провязываю, так, и вяжу до следующей регланной линии.
И последняя петля, регланную линию оставляем, и здесь поворачиваем, и изнаночный ряд у нас этот узор, ой, кстати, последнюю петлю, видите, я провязала по узору, а мне надо было ее изнаночной кромочную сделать. Здесь мы можем вязать платочной вязкой, не обязательно узор. Я, конечно, колеблюсь. Все-таки, наверное, я узором буду вязать. Вот теперь я изнаночный, только этот промежуток. Узор у нас в поворотных рядах вяжется. Эти две петли мы провязываем изнаночной петлей. Вот. Вот видите, вот здесь вот у нас я прям так отделю эти петли, на которых мы вяжем, и здесь вот она линия реглана, я здесь отделяю, то есть 1/4 всех петель мы сейчас вяжем поворотными рядами, высоту где-то рядов 10. Так, все, я вяжу вот эти вот петли. Вот этот сектор делаю в лицевом ряду, здесь убавление, и вяжу, наверное, ну, рядов 10, я так понимаю. Но эти два уже считаю, то есть еще 8 рядов. Так, смотрите, что я сейчас сделала. Я провязала, все-таки я провязала меньше, девчонки. Этот узор у нас достаточно много, как бы объемный такой. Вот, всего 6 рядов у меня, и достаточно. Теперь я эти все петли закрываю, вот эти промежуточные. Так, что я хочу еще сказать, что если вы купили ручки, которые вы будете пришивать, это я сейчас уже вяжу как бы ручки, вот, если у вас готовые, то вы сейчас можете провязать там, допустим, какое-то количество платочной вязкой, вы можете закончить вот так, вот таким вот образом, то есть прям закончить, закрыть все петли и приделать ручки, и уже будет красиво. Можете обвязать крючком, можете, что еще вы можете сделать, другим цветом обвязать. Ну, вот смотрите, то есть вариантов много. Вот видите, краешек я закрываю. Вот они, 6 рядов. Их даже видно. Поворотные ряды почему-то, ну не почему-то, понятно, эта вязка выглядит по-другому немного, поэтому вот так вот. Оно и будет. Хотя только эти два кусочка поворотных. Далее у нас все по кругу снова. Так, теперь вот последний раз, последняя петля. Теперь я набираю воздушные дополнительные, о, вернее, из кромочных добираю. Раз, два, три. И вот здесь вот из промежутка четвертую петлю, чтобы не было у нас дырки. Теперь следующий вот сектор мы вяжем по узору. Что мы здесь делаем? Мы вяжем по узору, уже не добавляем, то есть вот эту петлю мы ввязываем в узор, но убавляем, то есть добавление мы аннулируем, а убавление продолжаем делать, чтобы у нас там потом просто не торчало. То есть до следующей регланной линии мы провязываем. Вот они петли, которые мы закрыли. Вот этот промежуточек у нас будет между ручками. Так, здесь 3 вместе. Не забываем делать. Смотрите, не затянула и раскручивается спица. Сейчас я ее затяну. Так,
здесь вот что у нас? Здесь опять же мы сюда провязываем регланную линию, добавления мы уже не делаем. И регланная линия, все, это у нас уходит в отстойник, там где мы не вяжем. И далее мы вяжем вот до следующей регланной линии, мы отделяем этот сектор и вяжем те же 6 рядов, что мы вязали вот эту вот часть. Сейчас я вяжу отдельно поворотными рядами 6 рядов. Так, что я сделала здесь? Вот смотрите, я закрыла то же самое, 6 рядов я провязала и закрыла все петли. Сейчас здесь я делаю то же самое, набираю, добираю еще 1 2 3 4 петли, 1 2 3 4. Так, то есть по факту, что у нас получилось? У нас получилось вот этот срез, 1/4 на спицах, 2/4 на спицах и 2 средние, которые у нас закрыты, то есть, ну, в шахматном порядке расположены. Да, понятное дело, что это у нас теперь будут боковушки, а это 2 центральные части. Что хочу вам сказать, девчонки, вот закрывать вот эти по 3 вместе, возможно, и не обязательно. Вот на боковушках я не буду делать, что-то я так чувствую визуально. Но не знаю, если сомневаетесь, то сделайте так, как сделала я. Ну, посмотрим сейчас. Здесь я уже не буду делать, то есть я сейчас вяжу вот эту вот часть, которая у меня на спицах, по узору. Либо, если вы вяжете платочной вязкой, то вы вяжете платочной вязкой. Далее, пока я вяжу, расскажу. Нам нужно теперь, сейчас мы будем набирать дополнительные петли для ручки. Как же определить? Я считала, вот где-то, ну, тут нужно понимать, да, что вот эти углы, это конец сумки, вот они, а дальше идет ручка. Вот по моим ощущениям, мне нравится, люблю такие подлиннее сумки, чтобы она была... висела. Ну, то есть я буду набирать на 50 сантиметров ручку. Возможно, вот, возможно, кому-то хватит и 40 сантиметров. Смотрите, тоже, девчонки, может быть, перемеряйте ручку какой-то сумки, которую, ну, которая вам нравится, вот именно длина ручки, перестрахуйтесь. Также учитывайте то, что ручка растягивается, но я этого, конечно, в видео делать не буду, но я вам потом расскажу, как уплотнить эту ручку, чтобы она у вас была фиксированной, не растягивалась, что очень желательно, потому что, да, любая вязка крючком тоже, если вязать, она растянет. Так, здесь я 3 вместе не провязываю. Помню. Так, а вот здесь вот у меня, кстати, уже начался следующий ряд. Вот видите, это у меня был стык. Теперь здесь я перехожу, как бы провязываю лицевыми. Да, мы поняли, да, что круговое вязание, здесь у меня было начало ряда. 3 вместе я не вяжу, помним. Теперь мне нужно посчитать, сколько же воздушных петель мне нужно набрать. Так, вот здесь вот у меня еще накид. Я его спущу, не нужен он мне. Значит, здесь у меня, помним, да, у нас тут 5 петель. То есть одна петля у нас оставалась, 4 мы добирали. Здесь мы набираем 5 дополнительных. 2, 3, 4, и пятая вот прям вот здесь вот. Пять. Так, теперь я считаю, сколько у меня петель.
с 5 сантиметров, потому что ручка у меня будет 50 сантиметров, и я просто умножу это количество на 10. Так, считаем 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Значит, мне нужно добрать 70, но еще я отниму 5 на растяжку, потому что оно, ну, растянется, да. Давайте будем смотреть правде в глаза. 1, 2, то есть 65 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 60 61 62 63 64 65 петель. Вот они, мои 65 петель. Здесь я продвигаю так, чтобы нигде ничего не перекрутилось, вот так вот, чтобы все было ровненько. И теперь присоединяем, вот где, видите, вот здесь вот, где у нас следующие петли, то есть это и будет наша ручка. Присоединяем сюда и вяжем по узору. То есть сейчас мы наберем две ручки и будем вязать по кругу. У нас швов практически не будет, потому что все у нас по кругу вяжется. Ну, чтобы единственное, что мы затянем донышко потом. Теперь еще хочу сказать по поводу пряжи. У меня ушло 100 граммов и 6 моточков вот этих вот ниточек швейных. 100 граммов пряжи всего лишь. Я сомневалась, что у меня 150 не хватит. Вот. А надо было все-таки вязать в 3 сложения из того, что есть, и не добавлять вот эту нитку дополнительно. Ну да ничего. Их главное, пусть уже будет как есть. Главное, что я вам... Ага. Ой, девчонки, вот эти петли дополнительные, не смотрите, здесь у нас уже узор по-другому, и для того, чтобы нам вклиниться в узор, вот этого не делайте. Видите, я хорошо, что снимаю. Тут просто лицевая у нас идет. Видите, вот ориентируйтесь по вот этой вот стороне. Здесь у нас узор не так. Не так идет. Ай-ай-ай. Так, просто лицевыми сейчас вяжем, чтобы у нас же узор был по кругу. Да просто эти набранные петли у нас не вписываются немножко в узорчик, а нам нужно их вписать. Здесь мы просто лицевыми эти 6 петель. А далее вот как раз у нас по узору провязывание вместе. Вместе мы здесь тоже не вяжем. Можно вязать уже платочной вязкой, если вы эти клинышки 2 вязали платочные, то уже переходите на платочную вязку. Ну, только по кругу, понятное дело, что один ряд лицевыми, один ряд изнаночными. Так, здесь я подхожу к следующему уголку. Вот, вот он. Набираю здесь 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 6 отсюда. И теперь снова я набираю 65 петель для второй ручки. Вот, чтобы было понятно. Вот одна ручка, вот сейчас будет вторая. Это 2 промежутка. Уже все как бы вырисовалось. Так, 65 воздушных петель. 1.
60, 61, 62, 63, 64, 65. Так, вот, теперь мы замыкаем это все дело в колечко и вяжем основным узором либо платочной вязкой. Смотрим, контролируем, чтобы не перекрутилось ничего, ровненько было. И вяжем, опять же, здесь пока лицевыми, потому что у нас это дополнительные петли. Далее мы перейдем, вот он основной узор, и он вот здесь вот закончится. Ну, то есть конец ряда и начало следующего. Все, у нас все в колечке. Начало, конец ряда вот здесь вот. Вяжем по кольцу до ширины желаемой ручки. Вот сколько вы хотите ширину, сколько и вяжете. Так, мои хорошие, вот смотрите, какие у меня получились готовые ручки. Вообще-то я планировала по-другому. Вот, но у меня получилось так. Рассказываю. Провязала я здесь 8 рядов. Не 3, как вот здесь, вот, то есть не 6, как здесь, а 8. Раз, два, три, 4 вот этих вот рапорта. И думаю, как же, вообще изначально я вам хотела предложить подшить сюда не тесьму, а вот этот, как оно называется, ну, такая тесьма, которая, из которой делаются ручки в сумке, в рюкзаке. Далее смотрю, начинает она скручиваться. Думаю, так, надо обвязывать крючком. Вот если подшить ее лентой, она будет ровная, вот такая вот ручка. Это как вариант. Можно обвязать крючком. Но мне, то есть кто вяжет крючком, вот здесь вот и здесь обвязать крючком, выровнять ее. Далее, что еще можно? Можно в эту, как бы, в этот валик скрученный вложить канат. И шить, уплотнить хотя бы вот эту верхнюю часть, вот так вот, да, ручки. А здесь оставить произвольно. Ну, в общем, можно играться как хотите. Я же оставляю вот так, как есть, вот в таком вот виде. Девчонки, мне это нравится. И что я делаю? Я сейчас, вот у меня, в общем, провязала я, итог. Провязала я 8 рядов, закрыла все петли. И все это дело закрою, нежданно-негаданно. Мне все нравится так, как есть. И больше я никаких манипуляций проводить не буду. Этот валик вполне себе красиво выглядит. Как бы он дает законченность. Так, я нить прячу туда в валик. Господи, я опять ухожу я здесь. Не могу. Что-то ухожу от камеры и все. Вот она моя, он мой валик, ниточки. Так, теперь донышко. Вот моя нить, которую я оставила. Я ее продеваю в иглу. Так, и здесь я просто вот соберу. Стяну этот пятачок. Так, форму, конечно, она у меня не очень держит, потому что у меня ушло 150 граммов, да и то 120 граммов. Ну, пусть будет 150 граммов пряжи. Слегка. Вот эта дырка, вернее, вот эта регланная линия, я не знаю, я бы ее зашила. Вот пока это выглядит вот так вот. Ой, не так. Вот так вот складываем. Нет. Вот так вот. Так, значит, здесь у нас четырехугольное донышко, которое можно проложить либо вот этой вот сеткой, которая сейчас продается, да, уплотнить его можно, само донышко только. А здесь пусть она будет как есть сумочка. Вот сейчас я еще ее постираю, посмотрим. Вот, но мне нравится, очень даже симпатичная. Вот здесь вот у меня возникает вопрос, можно какую-то
тесьму, как украшение продеть сюда, вот продеть сюда, обратно, а здесь завязать бантик, да, ленточку какую-то красивую и здесь. То есть сделать это, использовать как украшение эту регланную линию. Можно крючком шнурок связать и тоже так продеть, и бантиками. Можно продеть вот прям вот так вот насквозь, с изнанки просто вернуться и вернуться сюда и завязать бантиком. Вот. Сейчас еще покажу ее разложенную. Девчонки, вот она сумка. Сохнет. Не дождалась я, пока высохнет. Вот, я ее разложила в таком виде, без донышка, просто чтобы она была как, ну, как на некоторых фотках. Если плотнее пряжа, то можно ее разложить, вернее, сделать, сформировать это квадратное донышко, как некоторые сумки мы рассматривали в этом, в экспресс-мастер-классе, и получится квадратная сумка. Но если пряжа такая мягкая, как у меня, то, конечно же, она не получится такая, получится, как у меня. То есть есть два варианта исполнения как бы этой сумочки, этого способа вязания. Все, девчонки, я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Вика из Школы рукоделия. Всем пока-пока.